Уничтожение ядра цитадели, несомненное благо для нашего мира, повлекло за собой неприятный побочный эффект. Здравия желаю, братья и сестры, с вами, как всегда, Тангер Кейн, и, скорее всего, мы сегодня уже закончим Half-Life 2, эпизод 1. А, чёрт, крида. Так, вот и вокзал. Наконец-то. Техника. Я уже боялся, что вы не успеете. Прости, что заставила ждать. Может, заставили? Они выходят группами по двое по трое. Как я уже говорил, если вы сможете обеспечить им безопасный путь к отступлению, у нас появится шанс достичь станции. Договорились. Выводи первую группу. Поехали! Так. Мне надо допустить так, чтобы никто вообще не помер из группы, потому что за это тут мне, как всегда, достижение. Тут ни черта нет пока, да? Кроме ящичка. А в нем что лежало, интересно? А, вот. Ну, полно патронов. Пошли, народ. Опа. Гордон Фриман, и как раз вовремя. Скадоры! Не так уж это было, и можно было брать сразу всех. Пока что, думаю, не стоит. Да ладно, не помер. То есть не разрушен, не уничтожен. Не застыд, или как будет? Не заставили врасплох. Не застали врасплох. С улицы, что ли? Да. А, гребаные сканеры. Иди в жопу. Как мы сюда поставили? Ладно, черт. Один просто, но ничего страшного. Да ладно, он к этому прикрепился. Ну что там, народ? Помоги им добраться к поездам, живы. Только двое, что ли? Блин, не попал. Народ, сюда. Черт, это не к добру. Скорее, скорее! Так, пока никто не умер. Еще бы чуть-чуть и все. Почему у них рация именно в этой игре так стрёмно звучит? Оп-оп-оп. Опять эти сканеры грёбаны. Ни черта себе, он, конечно, имбовый. Мы уже не надеялись. Чуть не попал. Даже подгореть успел.
Ты просто чума, док. Ну, народ, где там? Отведи их к поездам. Быстрее сюда, народ. Да, видел уже. Блин, теперь придется отсюда. Да блин, кого ты учишь, игра? Мы прикрываем вас. Пригните головы. Мы прикрываем Спасибо. Вас. Это их можно не трогать. Алекс забьет их. Блин, там... Да. Этих призраков тоже можно, в принципе, жахать из РПГшки. Но это немного неэффективно будет. И долговато. Блин. Опять все исчезло. Охренеть. Вот это сейчас хорошенько попали. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Блин, не попало. Там кто-то из Манхэка застрял, что ли? Прямо как в старые добрые времена. Опять промахнулся. Чё она сказала? Как будто что-то оскорбительное. А, снизу что ли? Прикрываю. А вы думали, я тут хуи пинаю, что ли? Так, медик, подлечи. На вот, подлечись. Слезайте и помогите остальным. Откуда слезать-то? Они в безопасности. Давай следующую группу. Да блин, вот пулетом стреляю. Как вы живы еще? Мне броня нужна, кстати говоря. Так, это гаушник уже. Что-то вы живучие какие-то попались. Сюда. Блин,
Никто еще не сдох. Пригните головы. Прима, патроны. Опа. Прима, патроны. Спасибо. А, это все, что ли, уже? Ну, пошли тогда. Так, все, все. Да, вот и достижение. Спасение мирных жителей. Какое-то время задержит. Загрузочка. Что-то я, кстати, забыл, что именно здесь загрузка есть. Видимо, следующая локация прогружается, поэтому. Вы едете? Езжайте, барни, погони не будет. Мы с Гордоном отвлечем их внимание, чтобы вы смогли уехать из города. И сядем на следующий поезд. Ну ладно, но поторопитесь. Пускаем следующий. Дай-ка я отойду. Пока, барни. Удачи! До скорой встречи! До скорой встречи! Я подгоню поезд. Нельзя терять времени. Так, сейчас будет бусфайт со Страйдером. Этот Страйдер, не знаю, какой-то посильнее, что ли, будет. Вот он, козел. Повезло. Так, сюда надо было, да, или чё? Сюда я не помню просто. Ах ты, сычара. Да, сюда. Так, он меня раздавить хочет. Оп! Я трупец. Ладно, дубль 2, как говорится. Блин. Где? Надо было поменять. Блин, козел, да Романа. Романа. Новая ругательница придумана. Считайте. Да проходи-то, Фримен! Почему? Вот здесь страты какая-то вот это вот.
А, можно перепрыгнуть просто. Козел все-таки попался. Где тут Манхэк был? То есть не Манхэк, а Хоппер. Ай, ладно, неважно. Нет, тут неудобная позиция, чтобы стрелять. Так не доснусь эти защитные заборы. Да бляха-муха. Здесь рядом вот этот проход сратый. Хрен угадаешь еще, во-первых, как туда пройти. Во-вторых, реально, не факт, что ты вообще попадешь. Почему этот трейдер такой имбовый? Какой смысл было делать его таким? Заебись, я себя угрохал. Секунду. Да как он так попадает, непонятно. Или сквозь вот эту щель, типа. Готов, сволочь. Ой, неужели? Имбовый гребаный хэдкраб, говорю, страйдер. Осталось от шестерок избавиться. Так, теперь точно все, да? Осталось найти Алекс и убраться уже из города, наконец-то. Просто класс, Гордон! Ты мой герой! Просто не верится. Похоже, мы все-таки сумеем спастись. Скорее, отправляем поезд. Запрыгивай, Гордон, я за тобой. Минуту. А, в этот, что ли? Поехали. Наконец-то. Мы сумели, Гордон. Убраться уже из этого деспотичного города. В демократичный лес. Поехали. Поехали. Мы сумели, Гордон. Что-то у нее повторяется, что ли, реплики? Отлично. То получено достижение побега 17. Началось. Боже мой, началась трансляция. Какая трансляция? Прямой эфир на Твиче, что ли? Так, капсулы начали выходить. С главарями Альянса, так сказать. Просрал. Они быстрее ракеты летят. Боже мой.
Ну что ж, друзья, вот мы и закончили Half-Life 2 Episode 1. Что я могу сказать об игре? Своего мнения о ней я так и не поменял. Как и оставалась самой слабой частью, самой слабой игрой во вселенной Half-Life, так и я осталась ею. Но в ней, как вы видите, есть много чего интересного. Экшен, боевка и тому подобное. Тут, знаете, мне кажется, только экшен присутствует вообще. Это во втором эпизоде уже более-менее. В атмосферу, как всегда, вернулись разработчики. Старую, добрую, гнетущую, темную. Больше проходов в всяких таёных углах, еще больше врагов, больше интересных концепций и тому подобное. В общем, сами знаете, если вы, конечно, играли или просто смотрели прохождение у других летсплейщиков. Ну что ж, это было прохождение Half-Life 2 Episode 1. Ждите, осталось впереди только Episode 2. После этого начнем перепроходить уже на максимальном уровне сложности и на английском, собственно, все уже игры. По второму Half-Life, ну, три игры имеется в виду. Но с небольшим вот сюрпризом. А каким сюрпризом, вы уже в будущем узнаете. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, оставляйте отзывы в комментариях. Также не забывайте делиться с этим видео с друзьями. А еще вы можете подписаться на мои социальные сети в описании к видео. Всех целую, всех обнимаю, всем до встречи, всем удачи, берегите свое здоровье. И помните, один путь, одна цель.